В администрации Петра Порошенко объяснили новогоднюю шутку постпрезидента Украины в Твиттере с обложкой специального номера журнала «Экономист». На ней фото Порошенко оказалось среди мировых лидеров между премьер-министрами Индии и Великобритании. Но пользователи сети быстро узнали фотографии фейк и начали высмеивать главу Украины. На реальной обложке авторитетного издания на месте Порошенко расположили фотографию Владимира Путина. Порошенко поспешно удалил свой твит. А в его администрации объяснили, что свою версию обложки «Экономист» Петр Порошенко получил в качестве новогоднего подарка, а СМИ и пользователи обвинили в отсутствии чувства юмора. Хотя многие этой ситуации даже вдохновились. В интернете уже появились фотожабы. Петр Порошенко на обложке «Тайм» в образе королевы Великобритании или на обложке модного «Вог». Более того, угрожает своим фото пикантное издание «Playboy».